На дворе 23 сентября 2017 года. Погода мерзкая, плюс один, ветрище. Решили поехать на Вячеславку, на Судака. Заправили автотранспорт и поехали в сторону Вишневки навстречу Диме. Дима упаковал не вас и ждал нас. Взяли с собой мотор, лодку, все причиндалы, которые могут понадобиться для ловли судака, и двинули. Встретили Ивана в Михайловке, обсудили маршрут и поехали. Запустят, не запустят. Короче, нас не запустили. Сейчас пробуем с другой стороны объехать. Да, я не хотел. Если удастся. Едем на автопилоте, вон Дима, никого нет за рулем. Новая этот опция в Ниве, автопилот. Как этот мультитроник, да, называется? С горем пополам доехали до места. Все везде поогородили заборами, все везде частное. От этого мусора меньше не стало, все в мусоре. Расставили палатку, сели перекусить перед вечерней рыбалкой. Не мог не поснимать такие планы. Welcome back to СССР. Надуваем лодку. Одна из не самых приятных частей рыбалки — накачка лодки, приведение лодки в боевую готовность. Но по истечению времени у Дмитрия с Юрием это получается прекрасно. Теперь они укладываются полчаса, а раньше это занимало около полутора часов. Наша задача с Иваном —
поймать живца. Сейчас будем пытаться это сделать. Сейчас мы, как мы будем ловить живца? Мы решили его попытаться поймать на косынку. Пускай это не совсем легально, но другого варианта у нас нет. Что, Юрий, как успехи? Да какая модель-то? Аква 32-00. Косынка нас не подвела. Стабильно в 7-10 минут мы вытаскивали по 3-4 рыбешки маленькие. И таким темпом за час-час 30, наверное, мы поймали штук 20 живцов. Дмитрий с Юрием тем временем пытались завести лодку, у них это не совсем получалось, но в итоге они ее одолели. Где-то совсем рядом сыграла рыба, что нас вдохновило. В общем, ребята поехали по своим секретным местам ловить судака на джит. А мы также усердно продолжали ловить живца, надеясь на ночной клев. Ну и между делом не упускали возможность покидать спиннинг. Но правда тщетно. Кидали на резину, на железо. Даже. Да, вода упала сильно. О-о-о! Вот это мы погуляли. Ёкся. Давай. Быстрее, держи его. Сейчас я помогу. О! Так, Дмитрий с Юрием, расскажите, чем вы заняты? Темнеет, пойдем донки поставим. Судачка. Чтобы быть точнее, сейчас у нас... Так, сейчас у нас 25 минут восьмого. Но уже темно практически. Напоминаю, 23 сентября 2017 года. Вячеслав Ильич. Вода упала метров на 5 вниз. Уровень минимальный. Вот ребята приехали с воды. На джик идет судак. Сейчас будем пробовать на живца. Доночки поставим. Вот подошла к концу наша рыбалочка. Мы с Иваном ловили живца. Ребята рыбачили на... резинку рыбачили, кружки стояли. Пару донок с берега стояло. Вот щучка брала неплохо. Судачок, пару судаков на этот
На мясо. Вот это вообще хороший. Вот хороший. На мясо взялся. Прям такой. Заглотил по самому. Хороший судочёрный. Вот. Неплохо порыбачить. Погода, правда. Была и батарейка на камере. От холода. Все, всем удачи на водоемах. До будущих встреч.